Мне просто везет на поиск каких-то бездомных животных. Бездомная кошка, я уже заговариваюсь. Бездомная собака родила вот таких вот замечательных щенят. Боже, как вас много. Если бы я знала, что вы здесь есть, я бы вам кушать принесла. Гал, что такое? Сколько вас здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Боже, детоньки маленькие, какие вы хорошенькие, лапочки. Махонькие какие. Говорят мне здесь, что вся улица кормит этих малышей. И ой, здесь все такой волохатенький есть. Еще такой волохатенький. Все, срочно сейчас еду вам за едой. Боже, сколько вас. Бозенький, сколько вас. Малыши, жалко. Как жалко таких детей, которые рождаются на улице. И найдут ли они хороших родителей. Я, конечно, не могу взять их всех. Вдруг, если кто-то из вас живет недалеко от города Киева и захочет себе взять во двор такую собачку, напишите мне, пожалуйста, под комментариями, и я вам расскажу, где... Ой, боже, сколько ж вас еще! Я вам расскажу, где находятся эти щенки. Боже мой, малыши! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь малышей! Где их все подкармливают, все кормят. Какие они красивые, какие они классные. Этот вообще похож на белый Бим. Моя лапочка, рыжее ухо. Один этот волохатенький очень мне нравится, красивенький. Это полностью белый. Причем такое чувство, что они в смесь с питбулем. Судя по мордашке, что-то есть от дворняшки и питбуля. Ну что такое? Малыши. Малыши-карандаши. Сейчас вам привезу что-то вкусное покушать, да? Как вы знаете, меня зовут котенок Макс. И хоть я не люблю собак, с этих щенков я тоже переживаю. И поэтому я прошу каждого зрителя, сделайте, пожалуйста, репост этого видео у себя на страничке ВКонтакте. Или какой сети вы пользуетесь. Просто поделитесь ими с друзьями. Ведь если, может быть, на вашей страничке кто-то увидит это видео и будет жить близко возле этих щенков, они смогут забрать их. И так мы спасем этих щенков. Ведь у каждого должен быть дом. Я это знаю хорошо, ведь мне было так плохо без дома. И если ты сделал репост этого видео, напиши мне об этом под видео в комментариях вместе с фразой «Спасай щенка», и я тебе передам свой большой котячий привет от котенка Макса и мое огромное котячье спасибо. Давайте поможем им найти их домик. А если ты вдруг живешь возле города Киева и сам хочешь взять этого щенка себе, то тоже мне об этом напиши в комментарии, и я обязательно свяжусь с тобой. Ну и конечно, если ты еще не подписан на наш канал, то нажимай на красную кнопку под видео на колокольчик. Так ты будешь знать о судьбе этих щенков, а я обязательно все-все вам расскажу. Спасибо тебе, Макс. И я от себя тоже прошу каждого из вас поделиться ссылкой на это видео со своими друзьями. Давайте поможем малышам найти их дом. Честно говоря, мне их так жалко. А если вы любите щенков и переживаете за судьбу каждого из них, то ставьте лайк под этим видео. Всем пока-пока, я пошла искать мяско для детей.